Привет, дорогие друзья! Я Олег Мишин, музыкант группы Катарсис. И рад сообщить вам очень классную новость. У проекта «Гаснет свет» выходит уже третий альбом. И я принял участие в качестве сессионного музыканта и на этот раз, записав партии гитары для композиции «Воздаяние». И рифаки, и солячки, несколько солячков там моих, да. Получилось, на мой взгляд, очень здорово. Рекомендую. Ну, а что же делать, когда в жизни начинает гаснуть свет? На мой взгляд, надо просто взять и поменять лампочку. Вот и все. Хотелось бы пожелать ребятам из проекта новых творческих высот, нового развития и, конечно же, новых релизов. Ну, и, разумеется, приглашать меня на эти релизы. Я думаю, мы уже сработались и получаются довольно-таки интересные такие творческие моменты. Ну а всем поклонникам тяжелой музыки, соответственно, побольше драйва, позитива, побольше хорошей музыки и оставаться, конечно же, на тяжелой волне.